первый номер, можете начинать. Все, поехали. Здравствуйте, значит, мы на соревнованиях межвуза по картингу. Радует то, что реально много ребят приехало выступать. Но мы не катимся, мы начинаем разгоняться. Не надо так мужку крутить много. Я сюда пришла только ради красивых мальчиков. Еду за команду РЭУ имени Плеханова. На этом картодроме впервые. Но мы усердно тренировались и, надеюсь, покажем сегодня хороший уровень. Разгоняйтесь, а вы то не разгоняйтесь, то и летите как потерпевшие. Быстрее! Безумно устал. Но все же для опыта это хорошо, потому что первый раз посетили этот картодром, получили определенный опыт, приняли участие в соревнованиях. Думаю, все сложится в концовке хорошо. Первый этап за мной. Хорошо, Белый, хорошо. Была остановка гонки, был рестарт, само по себе, да, достаточно редкое явление, но я считаю, это сделало, может быть, даже гонку более запоминающейся, более обсуждаемой, и журналистам будет про что написать, и у пилотов остались воспоминания. Мы друг друга все очень любим в нашем институте. В аварию немного попал, но я думаю, ничего страшного, по времени все равно будет нормально. Просто вы не знаете, что третье место занял Рео! Как мне кажется, то, что все получили то, что они заслуживали, в принципе, гонка, ну, как мне кажется, была честной.